В минувшие выходные Витебск с размахом праздновал День города. Торжество особое, ведь город на Западной Двине – второй по древности на территории современной Беларуси. Старше только Полоцк. Волей календаря свой последний гостевой матч первого круга футбольный клуб «Слуцк» проводил как раз-таки в Витебске. Для хозяев это был юбилейный 300-й домашний матч. То, что соперник не проходной, было понятно и игрокам, и тренерскому штабу «Сахарников». Даже действующий гегемон Батэ уехал из Витебска на щите. Потому настрой нашей команды был боевой, хотелось реабилитироваться за недавнее домашнее фиаско от минского «Динамо». Команда играла почти весь матч вторым номером, а вот эта концовка вообще зеркальная оказалась. Ну, может быть, ребята стали силой, а может быть, Витебск подсел. Но я еще раз повторюсь, что по игре Витебск мне очень понравился. И команда играет абсолютно другой футбол. Практически, наверное, у нас пару команд играет в такой футбол. То есть построение постоянно бросы в зону инсайдов, построение на третьего, треугольники строят. То есть, прекрасный футбол. И как бы... Видите, то есть у них был плохой старт, потом начали набирать очки, и вдвойне приятно, что когда у нас сейчас команда на ходу, у них, то мы их победили. Любопытная история имела место за пару часов до игры. Под пристальный досмотр милиции у входа на стадион попали некоторые игроки Витебска, а после и вся слуцкая команда. Ситуация крайне редкая, но приказ есть приказ. Да и досмотр ошарашенных футболистов прошел довольно быстро. Нерв перед игрой заметно ощущался. Вот сосредоточенный директор футбольного клуба «Витебск» Николай Войцюховский. Вот в подтрибунном помещении в полумраке о чем-то долго разговаривают главные тренеры соперников Виталий Павлов и Сергей Ясинский. К сожалению, нам не удалось после игры как следует расспросить нашего старого знакомого Алексея Залесского о его периоде карьеры в Витебске. Алексей получил повреждение и после матча ему долго бинтовали руку. К слову, не так часто в белорусском футболе случаются матчи, когда брат играет против брата. Но сразу скажем, что братья Залески играли на противоположных флангах и в игровых моментах почти не пересеклись. Напомню, что защитник Алексей Залеский за минувшие 2 года сыграл 41 игру в футболке нашей команды. Скажем сразу, что наш спецвыпуск изначально был посвящен именно противостоянию братьев Залеских, но получилось так, что на аванс-сцену вышел другой игрок. Ну, хотелось бы больше играть, но как тренер доверяет, так и выхожу, то есть стараюсь на тренировках доказывать свою состоятельность, жду своего шанса, и ребята говорили, что жди, он обязательно будет, особенно Виталька Рушницкий сказал, что когда ты твое время придет, вот оно и пришло. Лишний раз на игре останавливаться не будем, только скажем, что первый тайм был одним из самых слабых для случан в сезоне. Брак в передачах, беззубые редкие атаки. Нервная для нас игра получилась. Первый тайм не держался мяч, по крайней мере, в принципе, выходы в контратаку могли получаться довольно неплохие, но пас последний не шел, мяч не держался, потому все скомканно и сразу обратки получались. Опасно было и боязно по первому тайму. Зато после перерыва на поле вышла заряженная команда. Витебск уже не имел такого подавляющего преимущества. Слуцк все чаще и чаще беспокоил Гущенко. В итоге, прервав 5-матчевую беспроигрышную домашнюю серию витебской команды. Во втором тайме молодцы ребята собрались. Я не знаю, что там тренерский штаб сказал в перерыве, но собрались и показали более качественный футбол, выровняли игру. И своего шанса дождались. В концовочке контратаку прекрасную создали, и исполнение получилось на заглядение, гол. 1-0 в нашу пользу, потому эмоции только переполняют положительные. Важная победа, учитывая, что немножко Слуцк сбавил темп последних матчей. Это была психологически очень важная победа, потому что, да, у нас то ничейка, то поражение случилось, и мы немножко наш ход стормозили, и потому на финише первого круга нам было... кровь с носа, можно так сказать, положительные результаты. И эти 3 очка для нас, они, в принципе, можно сказать, и золотые.
потому что мы не отпустили вперед наших конкурентов, которые впереди нас идут. И, по крайней мере, мы сделали какой-то задел. Те команды, которые нас поджимают, остались на том же контикапе, которым мы пришли к этому туру. И здесь мы снимаем шляпу перед тренерским штабом. В этом чемпионате Виталий Павлов в третий раз угадывает с заменой, выпуская на поле будущего автора гола. Любопытно, что в 15 матчах прошлого сезона, когда он руководил Белшиной, не было ни одного такого случая – овации. Что говорил Виталий Геннадьевич перед тем, как выпускать тебя? Ну, сказал, чтобы постарались больше в центре наладить игру, то есть чтобы отодвинуться от своих ворот, то есть подборы. Ну, в принципе, все, что вы знаете, такая фраза, что кто выигрывает центр, тот выигрывает игру, то есть поэтому это очень важное место на поле, и как бы команда не играла, если плохо играет середина, то очень тяжело, приходится обороняться всю игру. Отменный проход Виталия Кибука и первый гол за Слуцк Ильи Трачинского. Примечательно, что это первый гол Сахарников на берегах Двины в рамках высшей лиги. Некоторые местные болельщики угрюмо подтянулись к выходу, а главный герой матча нам позже объяснил, что все было предопределено. Ну, для меня счастливый город, я не знаю, 2 года тут провел и 2 прекрасных года, как по мне. То есть мы жили здесь с женой, и красивый город, и много друзей осталось. Вот, и после того, как ушел с команды, как-то так получается, что с какой бы команды сюда ни приезжал, все время выигрываем. То есть, ну, хотелось бы, чтобы это всегда было. Слушай, ну, гостеприимный Витебск тебя принял, а ты как-то его отвечаешь, не так? Не знаю, всегда тут относились хорошо и ко мне, и к команде. И как бы вот видите, тоже много болельщиков. Сейчас я игрок Слуцка, и все победы мои для Слуцка. Говорим спасибо не только футболистам нашей команды, но и болельщикам, которые выбрались на игру, несмотря на то, что выезд в Витебск – один из самых дальних в сезоне. Поддержка была огонь. Итак, тяжелая и такая нужная победа Слуцка. Мы продолжаем идти вслед за лидерами таблицы, сохраняя небольшой отрыв. А заканчиваем наш спецвыпуск небольшим интервью с председателем клуба Олегом Николаевичем Короневским о планах команды в июле, о летней трансферной кампании, а также о настроении к середине сезона. Всегда есть какие-то моменты, где хотелось бы улучшить нашу игру. И в плане защиты вот у нас проблемы, видите, по прошлому туру в Динамо Минск, видите, у нас выпал из-за желтых карточек образов, и у нас уже возникла проблема, потому нам надо, естественно, и укреплять эту линию, и чтобы было более спокойно в защитной линии. Ну и нападение, видите, у нас и Сибаи ушел, потому мы заменили, так сказать, легионера на легионера, уже как бы объявляли, что взяли Кане Ибрагима, вот, он уже подписан у нас, поэтому я думаю, он нам поможет во втором круге и покажет хорошие бомбардирские качества. До начала дозаявочного периода, естественно, у нас работа не стоит, тренерский штаб работает в этом плане, в плане селекции, потому у нас есть пару позиций, как я уже сказал, и защитная линия, да, наверное, и в центральной линии полузащиты нам надо укрепляться, поэтому мы смотрим как белорусских футболистов, так и в плане легионеров, усиление наших позиций. Потому работа идет. Я думаю, к 8 числу мы минимум 2 уже дозаявим.
Вот. Дальше посмотрим. Там потом еще целый месяц практически до заявочного периода и будем смотреть. Работать в этом плане пока сказать мне сложно, потому что кандидатуры в рассмотрении и о чем-то конкретно говорить. Ну и я считаю, что рано еще. Месяц впереди. Какие планы у команды? Там две кубковые игры. Что будет? Мини-отпуск, либо какие-то товарищеские матчи? Нет, такого большого мини-отпуска не будет. Если будет там в перерыве, может, там 3-4 дня выходных дадим. А так будем готовиться планово после завершения первого круга к 1/16 кубка. Это мы играем с Житковичами. Вот, потом у нас перерыв будет. Вот в тот период мы дадим, наверное, 3-4 дня выходных. Потом опять, если все хорошо сложится, 1/8. Вот. Мы не будем их загадывать пока, но должно все сложиться хорошо. И в перерыве, вот перед уже стартом 1/8 кубка, у нас будет, по крайней мере, запланирована и подтверждена игра товарищеская с Локомотивом Ташкентским. Домашняя. Домашняя игра у нас в Слуцке запланирована. Команда приедет, они здесь будут на сборах в Беларуси. И у нас есть предварительная договоренность о товарищеской игре. И как все только уже подпишется конкретно, все бумаги будут согласованы, мы заранее дадим информацию. И я думаю, что наши зрители придут посмотреть на нашу команду. Именно уже это «Локомотив» будет готовиться к Лиге чемпионов.